Чтобы уникальное издание вышло в свет, понадобился год кропотливой работы. Это часть социального проекта «Книга памяти». Он существует уже около 30 лет. Этот том стал особенным для Анапы. Что интересно, эта книга только об анапчанах, погибших и пропавших без вести на фронтах Великой Отечественной войны 1941-1945 года. Но отрадно, что это только Анапский район. Здесь они. Далее за этими потом идут вот в алфавитном порядке фамилии, имена погибших и пропавших без вести. Эмоциональности фолианту придали произведения анапских поэтов. Открывает книгу стихотворение Сергея Левина «Город воинской славы Анапа». И далее на страницах не раз встречаются стихи этого и других местных авторов. Тираж книги 500 экземпляров. В ближайшее время они поступят в музеи, городские библиотеки и ветеранские общественные организации.